Всем привет. Недавно мне закинули вот такой вот комментарий. Сделай тутор по фастфьюжн. Ну и я решил, почему бы и нет, снимать нечего. Сделаю тутор по фейсфьюжн. Это дипфейк нейросетка. Она будет получше, чем на этом видео. Намного лучше. Я ее уже попробовал. Сделал несколько генераций. Подготовил вот две страницы коллаба. Различия в коде только вот то, что тут патч есть. Пропатченный код. Никаких различий больше нет. Поэтому вот, запущу два кода, но покажу только один. Поехали. Сразу запускаем две ячейки кода, чтобы потом лишних движений не делать. И ждем. Дождались ссылки вот этой вот. Running local URL. И заходим вот по этой верхней ссылке, которую дали в начале. И все, попадаем вот в такой замечательный интерфейс. Во второй странице коллаба все еще проще. Запускаем также две ячейки кода. И нам выдаст всеми привычную ссылку running on public URL. Ну и он побыстрее запускается. Быстрее, чем тот. Все, вот наша ссылка. Тот коллаб запустился за 7 минут. Этот запустился за 3 минутки. Переходим по этой ссылке. И также попадаем в этот же интерфейс. В этом интерфейсе есть три основные настройки. Именно вот в левой стороне, в правой можно вообще ничего не трогать. В основном все настройки тут. Сейчас загружу фотографии и на примере фотографии покажу все настройки. Source. Сюда загружаем фотографию, с которого будем брать лицо. Target. Это загружаем фотографию или видео, на котором будем менять лицо. То есть поняли, да? Я тут, как обычно, подготовил Ваню, нашего подопытного. Видео про мотивацию и Валерия Меладзе. Так, сюда пихаем Ваню наверх. Ждем, когда он загрузится. И вниз пихаем Валерку. Вот. Теперь по настройкам. Face Swapper. Это просто замена лица. Сейчас вот ставим галочку и смотрим сюда. Кстати, вот да, если вы поставили Face Swapper и у вас не заработало, просто поменяйте здесь на Money и обратно на референс. И вот, получается вот такая фотография. Далее настройка Face Enhancer или Enhancer. Не силен в английском. Короче, эта настройка отвечает за улучшение качества самого лица, которое вставляем сюда. Смотрим. Вот, чуть-чуть улучшилось. Тут сейчас появится еще дополнительная настройка. Можно выбрать какой-то другой метод. Поставлю самый последний. Намного лучше качество стало самого лица. Дальше настройка Frame Enhancer. Это то же самое, что и Face Enhancer, только улучшает не лицо, а полностью весь кадр. Включаем. Сейчас тоже дополнительная настроечка появится. Выбираем также последний метод. Ну и вот что у нас получается. Прикреплю потом к видео все эти фотографии, чтобы было получше видно все изменения. Я тут вернулся к исходному состоянию, чтобы показать вот эти два модуля. Ну, тут их больше будет. Они нужны для видео, больше ни для чего. Если вы делаете фотографии, то можно вот этого все не трогать. Просто вот здесь потыкать, и все. Эти настройки для фотографии не нужны. Закидываю видос сюда, и появляются вот еще настроечки дополнительные. Так вот, по этим дополнительным настроечкам. Первое. Можно по дефолту оставить, и все. Вот куда. Эти две настройки отвечают за скорость обработки. Тут нужно выбрать оперативную память графического процессора. Выдается 15 гигов. Выставляем тут, значит, 15 гигов. Этот параметр называется количество очередей выполнения, но, как я понял, это шаги выполнения. Типа, чем больше, тем лучше, или что-то типа того. Ставим на 16 на максимум и пойдет. Max Memory – это количество оперативной памяти. В коллабе выдается вот 12,7 гигабайт. Округляем до 13 и выставляем тут 13. Все. Это все, все настройки, ничего сложного. Ну и все, загрузили видос, сделали настройки. Еще вот тут вот энкодер рекомендую заменить на вот эти вот два. Что-нибудь из этого. Все настроили. Нажимаем старт. За процессом можно следить в коллабе. Вот. Насчет видео, кстати, пока обрабатывается. Не могу понять, как правильно их тут делать. Типа загрузил 19 секунд, он не хочет работать. А загрузил вот 14 секунд, пошла работа. Тут либо качество херить нужно, либо коротенькие видосики загружать. Мотивацию должен быть всегда! Мотивацию надо поднять! Ой! Как хорошо, когда
бывает мотивация. Мотивация просто чудо просто. Мотивация. Оу. Ну а если вот по этим настройкам быстренько пробежаться, это просто перемотка видео на какой-то кадр. Вот перемотали на 81 кадр. Дальше вот 261. Тут то же самое, типа выбрать, с какого кадра начинать и с какого кадра закончить. Эта настройка отвечает вот за это окно. Референс, если нажать, то будет выбор лица. Если у вас в видео много лиц, можно выбрать какое-то конкретное лицо. Нажимаем на него, и все, и выбирается. Если выбрать money, то заменятся вообще все лица в кадре, и будет много ваньков. Насчет этого я не знаю, не вдавался в подробности. Возраст анализатора лица, короче, фигня какая-то. Ну и последние настройки, что тут есть. Keep FPS сохраняет FPS оригинального видео. Если включим, то типа не будет таких сильных запозданий. Keep Temp сохраняет временную папку со всеми кадрами, которые я обработал. По идее, должен сохранять тут, но его тут нет. Я проверил только что. Ну и эти две настройки, Skip Audio и Skip Download, говорят сами за себя. Типа, скипают звук и установку. Больше никаких настроек тут нет. Все показал. Думаю, все поняли. И не будет глупых комментариев. Все, всем пока.